Не стри, ты не туда поехала, а семь. Все, стойте, не вылазьте, там держитесь. Вот там тупо спрятались. Вышли, то если из горы будут тут ехать, или будет вторую базу на. Все. Двое их слушают. Ну круто. Они рашат? Ну не вылазь, пусть едут на вас. Да, конечно. Сын возврат. Есть. Я не могу. А можешь, давай, чё ты? Давите их там. Давите их там, пацаны, как блох. Молчат. Доберите вас. Так кого давить-то? Восьмерых? Бать, не мочи, их там семь должно быть. Как так, вы могли? Так они выезжают-то все, ёпты, кажется, что их 10. Ты чё там точно 50 пропустил? Да пусть они на вас. Ребят, меньше курить надо. Меньше, ребят, меньше казаться будет. Не, если чуть меньше курить, все равно казаться будет. Да, а если больше, то еще больше казаться будет. Разъехались, вот вам и факт. Так, не засоряем эфир. А чё, выйдите, киньте мне просто в комнату приглас, я посижу просто с вами. Ну, типа в очереди. Добери сзади-то. Блин, не про... Давай я этого... Надо выезжать. Доберешь его? Чудом, ну, мне чудом. Я не слышу. Что, как сыграть? Нормально, да? Ну как, первых три ИСа опять в жопе были. Приехали на них вся команда и развалила. А три ИСа, как обычно, отбивались. Это была моя аж. Эй, ИСы, киньте мне приглас. Играет, щас... Дайте в очереди посидеть. Кинь Саньку прям. Где-то ладер никак нельзя, да? Дайте запасного игрока. А ей места нет. Не, ну так в очереди я ж могу посидеть, правильно?
Алло. Можешь, конечно. Ну так Инди приглас, дайте посидеть в очереди, говорю, это же не сложно. Кто там Кэп? Дави на кнопку. О, Туся. Я буду молчать. Ты че, бухал, что? Че я бухой? Я вообще-то вчера пошел на работу на 8 утра. Пришел с работы сегодня в 6 вечера. Вот. Ну, покурил чуть-чуть. Завтра хоть свободен? Да, дядя, завтра я свободен. Я с утра загружен, но к вечеру я... Ну, как сразу сможешь, сразу подходи. Опять мальчишник будет? Не-не-не. А я что-то не поняла. Вы что, приехали с Москвы, все? И все. Не вы, а я. Они нашли тут работу и работают ее. Подожди, Влад был и Дима. И Стас был. Были, да. А, Стас уехал, а где? Мы сейчас дома все. Вернулись, да. Так, что делать? Да. Что делать? Так. Заезжаем все. Здесь каждый вот... 37 у меня есть. Или даже... Можно я один мне встать? То есть тебя практически не слышно было. То есть ты пропал. Да, ближе к микрофону. 37 на этот. Вот, стой на подъем. Вот стой, нет, далеко заехал. Стой, назад. Спрячься, Т-37, что тебя не видели с зеленки. Просто спрячься и сойти, если будет заезжать. Все, тебя больше другое не махает. Они должны тебя не простреливать, но ты должен их сойти. Кофе кто-то будет, я пойду сделаю сейчас. Все, ребят, да, поехали на первую базу. Некоторые поехали... Убегай! Зачем тебе с ним бодаться? Убегай! Ну, у меня снаряд прям... Ребят, заезжаем! Прям заезжаем на базу. Все, никого. Сбиваем захват. Они не все тут. По одному бьем! По 700... По 700 хит. Влад, не молчи. Все, еще одного. Собирайте. Влад умер и молчит, поэтому. Блять, пиздих. Все. Ну, а почему не можете забрать, а? Что ли? Смотрите, где стоит Фердинанд. Федя. Попробуйте вы, Федя. Выезжайте на Федя. Федя. А 37-ка, ага, 37-ка у нас умерла. Ребят, нам надо продержаться 4 секунды. Заезжайте дальше заезжайте. За этого задницы будут долбить и Руди, и объект обличенка. Правильно, здесь золотух. Они вас долбят за...
задницу. Езжайте за... дальше. Кезло... Блин, вы меня слышите или нет? Ну вот именно, вам надо заехать дальше. Спрячьтесь, пожалуйста, на 3 минуты. Не знаю куда, спрячьтесь. Постойте, не старайтесь дамажить. Ты гарнитуру себе купил? Да нифига не купила, говорю с мамой, да, играю на компьютере. Ничего себе. С телефона тоже. Технология. С телефона проще. Да у меня компьютер поддерживает только ноут. Компьютер поддерживает ноут. То есть, а наушники... А наушники на USB реально стоят 1500. Чего, гривен, что ли? Ну да. Вы издеваетесь, что ли? Да, вы издеваетесь. Нет. Я наушники свеновские, вот, Леончику подарил. Я Леончик. Наушники себе купил. USB, которые стоят, извините меня, 800 рублей. Все равно дорого. Не знаю, где ты ви... Где я в Юмарте? Ну, ёпта. Не знаю, в Москве тоже не могла найти. Предлагаю скинуться и подарить себе на Новый год наушники. Да-да, я уже писала про такую акцию. Прикинь, никто. 2 человека под... Первый человек это был Алекс Дружковка, а второй... Чё я там был? Где я был? Да, а, Анчушка. Ой, не Алекс Дружковка. Ладно, пойду я в другую. Анчушка был и ещё кто. Да. Исчезнул снова. Набирай, добирай Алекса. Так куда его добирать? Некуда. Я подожду, ничего страшного. У меня там кофе стоит. Кому кофе? Что, что ты говоришь? Я говорю, я кофе поставил, жду. Да не, на Украине, поэтому денег нет. Красава вообще. Жжет. Если на Украине, сразу денег нет. Нет работы, нет денег. Не, у меня зарплата нормальная. Не, я работаю. Я работаю в этом, в центре города, администратором. У меня ЗП, ну, 6-7 тысяч. Во Львове. А я тут утром 20 тонн разгрузил. Очень счастливый вообще теперь. 6-7 тысяч. Ну, от 6... то есть у меня сейчас 5 до 8 от народа. Ну, там есть... Ну, в среднем сейчас 6-7. Это за 10 суток. То есть сутка капец. Через 2 работы. Капец, тебе везет. Я вдвое меньше получаю. Так я тут пашу, ёпта, блять. Он Владик знает. Да, да. Ну я ответственна за реально очень большой. Да поверь, у нас там тоже ответственная. На большие бабки. Очень большие. Ну я не на бабки, я ответственна при. Наташ, ты это, когда говоришь чуть-чуть подольше контрол зажимай, а то как-то обрывается. А я ничего не зажимаю, я голосом разговариваю. У тебя, значит, срабатывает на это, да? А, ну, веселый там. Ну, ребят. Так, не отвлекаемся. Все дружненько. Тактику. Кроме 37-го. Кроме 30... Все вот не сюда, а... 37-й здесь у меня все. То есть, ребята, готовимся, если что. Я Ленина сломал. Ай-яй-яй. Минус еще один парень. В принципе, знаете, что делаем? Димон, возвращайся. Димон, давай поедем на
Все остальные поехали. Нам тут стоять за угол не выгляд. Вам поближе надо. Вот. Ну, встать, стой. У вас берется вторую базу. Езжай. Вперед, вперед. Все, все полные. Светимся. Нет, вам туда не надо. Вот где один. О, они все здесь. Ща. Отъезжаем. Отъезжаем, отъезжаем. Отъезжаем, он сейчас на нас сам. Видишь? Бей его. Ну, сбьет кто? Бей, Лимон, бей его. Димон, он на гусенице, он долго будет стоять на гусенице. Да, Димон, ты будешь его бить или нет? Давай. Этого и... Давай, забери его нахер и заезжай. Сбейте захват, ребят. Чего так долго? Мы уже здесь... Бегом сбивайте за. Так, одна облегченка. Вы все слышите мои команды или нет? Да, я слышу. Ну все, красавчик. Все слышу. Туся кричит, бей его, да я уже делаю, бью, бью. У меня ж кадета тоже ж есть. Правда. Да нормально. Как же ты ее подвел? А че, Димон, ты все уходишь? Да, можно, иди, беги. Димонок. Алекс, пойдешь на мое место? Ты чё, командовать я, да, сейчас не смогу. Я устал. А зачем командовать? А? Я командую. Давай. Я давно не командовала. Я бываю на связи раз в месяц. Может, раз в два. Поэтому... А почему? Не забирай мое удовольствие. Да потому что наушников... Нет, парень, подряд. Чуваки, давайте скинемся, я же говорил. Короче, 150 гривен, Димончик. Нормальные ж наушнички, да? Димончик. Киви, кошелек есть? Да, да, нормальные наушники. Ну вот, он говорит, у него же хорошо слышно. Вот 150 гривен, такая аппаратура. С USB-портом. Может, вы скиньтесь, купите и мне вышлите. А, что значит с USB-портом? Вот купите мне и... А что тебе прям вот с USB-портом? Вы знаете, USB, которые... А чё, нет? Понимаешь, у меня компьютер поддерживает... Вот именно, у меня 4 пары. У меня нормальных 4 пары новых наушников. Вот у меня только, пожалуйста, USB-портом. Я тебе просто говорю, USB-порт...
нормально. Да, и у меня, короче, USB-порт. Так не проще купить переходник? И наушники с USB-портом входом стоят, ну блин, от 1000 гривен. Еще раз говорю, а да не легче купить, блин, переходник? Нифига, что-то... Ну я не знаю, о чем... Типа, именно, о чем я говорю, это, понимаю, короче, такая коробочка, это... меньше спичечного коробочка. Такие... Ты послушай, да. Это как флешечка, вставляется она в USB. А выход из нее красный, ну розовый и зеленый джек, ну гнезда. Туда вставляешь свои обычные наушники и все, эта проблема решена. В самом этом коробочке будет драйвер установлен специально под USB, специально под наушники. Стоит он намного дешевле самих наушников. Спроси где-то или в интернете закажи. Вообще есть он даже звуковая карта, $1 стоит, туда могу сайт скинуть. Так это звуковая карта прямо у тебя будет. Ну ладно. Я понял. Димак, что ты выступляешь Алекса Дружовку вместо или что ли? Да, нет? Да. Димок, давай, что ты там писал? Уходи. Потом придешь. Пусти поиграть, парни. А, давайте, а что брать? Алекс Дружковка, прямое приглашение в этот, в ладер. А что, так не пустят? А где приглашение? Вот эта труба? Нет, так тебе не будет. Нет, сейчас я тебе приглашение скидываю, потому что по-другому тебя не будет защитить сделанные задания. Да чё, я как патриот, он как этот, как легионер, нормально всё, не парься. А, засчитываться что-то не будет, давай. Хорошо. Да. А как легионер? А если как легионер, то не засчитывается, да? А, да. Я понял тебя, поехали. Ой, у меня уже 12 человек даже засело. Нормально. Ну все, злотен. Спасибо, выгнали. Ну, сам предложил. Спрашиваю, а, слушай, короче, в Китае эта штука стоит $1. Она даже круче от той штуки, которую я тебе рассказывал. Могу дать ссылку. Ну я тебе понимаю, но с Китая, чтобы заказывать... А ты такую посмотри, на сколько тут стоит. Может, она тут стоит $3. Послушай, может, она тут даже $5 стоит. Это копейки. Ну, $5, это сколько? Ну, тоже 150 гривен. А ты знаешь, сколько ему? Чуть меньше. У нас друг. Слышь, у нас друг. У него есть своя фирма компьютерная. Он ремонт делает компьютеров. Это... Знаешь, сколько я прошу? Возьми эту. Ну, вместо этого процессора просто плата. Говорю, возьми этот плат, блин, занеси, пусть он перепаяет этот. И ты думаешь, что? Ему вечно лень, потому что когда я на работе, он здесь строит в разные игрушки, сыграет. А когда я прихожу, типа, а что ты будешь нести? У меня выходной, я тоже хочу поиграть. И вот оно так. Не делается. Че, ребята, все дружные, не все дружные, по 110-ка и 2 из третьих у меня едут, нет, куда, едут сюда, остальные 37-к. По углу, а все остальные два... Туда упали, типа вниз. Если что, мы поддержим вторую базу, если что, первую прикроем. Еще раз верхние три ИСа, куда я в настройках лазил, не видел. Да, понял. Пофиг, хрен не тыкать. Ты купишь, не вырос, чтобы тыкать. Проповедник, они не знают, что такое жесткий. Этот. Сейчас узнают, сейчас будет жесткий бой. Не это, так следующий, я вам обещаю. Когда я зашла, я помню.
А какой у вас рейтинг, какой там идет? Класс или какой, какая группа, я не знаю, ладрет? У нас только первый, это первый раз. А мы с рачками играем? Против рачков, что ли? Да, с самого начала. Ай, блин, дайте мне статистов. Дайте мне этих блядей. Дайте мне статью, блядь. Нахуй раки. О, есть же. Они здесь. Угу. Что делаем? Езжайте к нам. Иси, к нам. Прям туда? К нам. Давайте сбоку где-то вот тут. Нет, на них напрыгнем. Да, правильно. Долго после мы будем езжать. Ехать. Держитесь, не отступайте вылазь. Назад. Вниз и туда. В укрытие постоянно отходите. Отстрелялись назад. Они на вас давят. Прикинь, они все жопками, там... жопками вниз уже начинаем спускаться. Отстреливаемся, спускаемся. Делайте вид, что у вас там много. Обойти. Кто поехал вниз? Влад, это стопудово ты. Кто это 110? Тридцать седьмор. Давай быстро помогай в задницу и долби. Владик, держись. Так, фокус, отсюда уже видим, начинаем стрелять. По одной. Вот этот, да, он самый лучший стоит. Еще. Спокойненько, ничего страшного. Укрывается, значит, вот этого берем. И в БК ему. Отлично, еще. Красимерка, забери 130. Шотный как выйдет. Красимерка, забери 130, твое задание. Давай, еще разочек. Еще разочек, так, я тогда ИСа добираю. Так, спокойно, все нормально. Толпа, а где толпа, Димон? Че мы вдвоем? Езжай задницы. Я остальные, блядь. Вот езжай, трицемерка, езжай, задница. Вот это. Не пробил бы. Давай что-нибудь доберем, говно. Шафик, такого хрена туда поехал. Я говорю, какого хрена 150. Отлично, вот это вот. Сейчас, одна секунда. 698, все, есть. Вот это говно, да, тоже сожрали. 100. Быстренько, ты 37, давай помогай. Зарядочка, сейчас прицеливаемся. Не отбиваю вообще. Дима, вот это все, вот говно. Все, остальное, я уравню. Давай, доминируй, удержим. Повреждена рация. Сейчас. Ха-ха. Блин, ну это же раки, это же неинтересно. Давайте быстрее к статистам. О, музычка какая хорошая играла. Кстати, стримчик пишем, если что, потом по ссылочке кину. Просто так посмотреть на канале нельзя будет. А мне пишут, это обычная игра. Это что, мы играли в обычную? Да, давайте к статистам. Как там выбрать, давай. Сейчас, подождите. Что такое? Нас кинули, пацаны. Сейчас. Не-не-не-не. Опять это я... у меня глюк. Опять я брошенка. КД какую? Да пересоздаёт. Исах. Двою скажу. Какое? Нет, 10-98, это нормально. Ты типа... Довольно неплохой. Все прикольно, ребята. Это типа было у нас предварительный этот... Это был обычный бой. Может, там предварительно какие-то надо пройти? Я типа плохо создала. Нет, это я плохо создала. Типа не было у меня людей. Давай, на 6 да, был. Типа сейчас теперь будет уже ладер. О, игра в ладере, да. О, давай статистов. Какого статиста? Тут руки вспотели все. Все, оставьте. А кто там так тихо разговаривает? Дайте я сделаю погромче. Кто это говорит? Вот, Влад, кто перед тобой? Может, готов, нажми. Да, ты злющий. Сейчас. Давайте ставьте все готов и поехали наконец-то. Сюкаты. Алекс, ставь готов. Блин, я опять я любитель понастраивать. Это вы меня раздупляете. Вот. Давай, ставь, поехали. Да я ж поставил, неужели не...
Вот я затупила. Не, я видел, просто молчу. А чё ты мне ничего не сказал? Я же первый... Я же говорю, надо... Да, да всё нормально, всё нормально. Хоть немного сыграли, с чего вы паритесь-то? Вот и я об этом же. Подскажите, после боевого братства этим самым наводчик, ну и там ниже этот механик, что им ставить? Десять третьим. А до этого у тебя что стояло? Боевое братство, он уже сказал. Первый. У тебя, то есть, первая перка боевое братство. У тебя все прокачаны? Ну, ставь... Просто прыгаю туда-сюда, я не знаю, на чем определить. Так я тебе говорю, это же С3, ёпта. Стрелять на ходу, чтоб стрелял на ходу. И чё ты там еще спрашивал? Какой еще там перк? Водитель, ты спросил, и механик. Механику, чтоб ствол чинился. Бесконтактная укладка, а механику водителю. Да, да, укладка лечена. Ставь боеукладку. Если подставляешь боеукладку, ставь боеукладку. Если умеешь не подставлять боеукладку, можно что-нибудь попалить. То у тебя... Ну, защитил. Не знаю, сейчас время закончится и все. Ну, я вижу. Мы в атаке, что ли? Соблюдайте правила. И в защите. Захватить базу? Или уничтожить всю технику противника? Не, что ну ты мне рассказываешь? А чтобы не было типа этого, что он быстро... Ну, слушай, они молодцы взяли, ой. О, мастер бездорожья, да. И... Боеуклад... Вот, да. Так это... Мастер бездорожья. Нахуя ему мастер бездорожья, если он на ходу стрелять не сможет? Это Истри, это штурмовой танк, это не стоялого. Не слышно тебя. Бой начинается. Туся, ты пропала, давай в микрофон. Я ж о чем тоже не слышно. Натыкала на двойку, ну что мы сейчас там забаним? Как обычно сейчас. 37. Сейчас езжай у меня здесь. Стой здесь, на углу. Стой здесь, свети перси. Ребят, или тупо обойдет. Никто не разъезжает, не нравится. Хорошо. Шабусы, они едут туда напрямую, обижаем. Куда? Тыкните. КД, скажите, у кого какой, чтобы я понял, нормально прокачан или надо что-то менять? Да, чувак, ты не об этом думай. Думай, как бы тебе пизды не дали. Понял. Потому что нас сейчас могут окружить с двух сторон, мы в кучке. Но нам повезло, они тоже в кучке. Они уже действуют, смотри, они что-то творят. Туся, следи за всем. Тебе куда сказала? Ты 37, блин, я тебе... Какого хрена ты, блядь? Ты 37, уезжай. Ты мне никуда не сказал. Да, блядь. Тихо, тихо, все нормально. Сейчас выйдет пешник, ёбнем. Тише. Кто там базу берет, где? Да вижу, ты трясин, убегай нахер. Убегай нахер. Так, Влад, сейчас к тебе подъеду, заберем и сотрите. Убегай, ты 37. Влад, Влад, я первый выезжаю, ребят, ты потом. Ребят, вы задницу бьет, то этот, облегчанка. Давай, давай. Злодей, ты не поехал. Нахер ты туда переключил, сзади, пофиг на него, забей. Он ищет Т-37, забей. И тебе вот здесь спереди, блин, куча танков. Бля, сейчас все сды дадут. Ребят. Владик, прими урончик. Перша добрать надо. Бля. Перша добери. Эх. Не добрал. Опасная заёб. Перша, да блин, на двоих выехали изначально. Че вы стоите втроём, блин, перестреливаетесь? Если вы можете... Уже подразобрали. Организовывай команду. Чинись, ёпта. Уже вон тех двоих давить надо. Вот этих вот. Десятка, Фафик, ты выехал на двоих. Фафик, выехал вперед. Куда ты смотришь? Не туда ты смотришь. Да твою.
Держитесь. Опять куда? Тот туда поехал, тот поехал. Ну, ребят, Пафик, ну, назад отъезжай, задом, это помогай 54-ку. Задом отъезжай, 54-ку забирай. Все, поздно. И все смотрите, и все ваншоты, все тупо. Ну все я расскажу как. Чтоб так играть, как ты придумала, это надо было, чтобы все настолько были сыграны, это вообще. А здесь надо было нас делить. Не изначально делить хотя бы, но потом во время боя. Нельзя делить, нужно ехать толпой. Толпой разносить. Не, я поделю дело. А вот и зря. Проповедник я делю. Ничего мы не поделились, мы стояли в куче, ничего страшного. Это не, не для нашего уровня сейчас, давайте как-то чуть проще тактику. Это сложная тактика была. Собраться в кучу и держаться от выстрелов с разных фронтов, тяжело. А, скажите мне еще, у кого со списка есть 90? Потому что если мы ждем в лагере, мы можем поменять технику. Если у них 2-54, можем поменять на 2-90. То есть я эти 2-54 разобрать, чтобы нам они взяли. А давай лучше возьмем 2 бульдога, и ты возьмешь восьмерку. Давай, кто там у нас? Нет. У меня восьмерка есть, бульдогов нету. У кого есть бульдоги, нету, походу. Не бульдога, вот, Влад, бери 71-го, давай опять на светляках попробуем просто. Что у нас получится. Не факт, что получится, но давай попробуем. Не, мы можем идти в бой так, понимаешь? Вот. Но у техника просто есть восьмерочка, пусть возьмет. Мы можем поменять. Так, я не пойму. Ладно, беру 90-ка. А техник у тебя есть? А техник у тебя есть? А техник? Восьмерка. А техник или как? О, техник. Отец. Восьмерка. Отец, есть восьмерка. У меня что угодно есть из восьмерка. Вот, бери. Ну, три. А мы давай семерок возьмем. Они такие же, как 90. 90-ка занерфили, поэтому не надо на него ставку ставить. На нем надо искусство. А зачем ты взял 90? Потому что ты просила. Ну хорошо. Мы попробуем, не факт, что мы нагнем, но отработаем как надо. Но мы попробуем. У них малый запас прочности, поэтому нам надо очень аккуратно играть. Нас нельзя сливать. Ты подожди, сейчас в ожидании, если что, можем поменять технику. А ты можешь посмотреть, какая у них, и сориентироваться на это, ничего себе. Конечно, да. И поменять технику. Ты ёлы-палы, это же вообще замечательно. 3 секунды мне дается. Это чит. Поменять технику, нифига себе. Давайте все арту возьмем. А я не вижу ихнюю технику, как мы поменяем? А нет, не видно ихнюю технику. Но мы можем типа предварительно поменять. А, по карте, нет, мы да, тоже удобно. Ребята, вы просто в защите сейчас находитесь, а они в нападении. Вот и все. Тогда нам вам не надо, берите и со третьих. Ты уверен? Вот мне кажется, это опять общий берите. Захват. Нет, а попробуйте уже сейчас. Так, Алекс Дружковка, возьми 6 уровня, или Атехник, возьми 6 уровня, а Алекс возьми ИСа 3-го. Или наоборот. Кто-то возьмите 6-ку, быстренько, давай, потому что сейчас беру, блин, беру, бой. Сейчас. 15 секунд. Ты 6-ку взял? Алик, все, пошли в бой. О, вы перепрыгнули вообще. Сразу говорите Т-37, да. Не сливаем его. А техник, как тебя зовут? Денис меня зовут. Отлично. Денис, очень приятно, Наташа. Наташа, очень приятно, Серёжа. То десятка, два из... Остальные все... Т-37 куда? Заехала. Смотри, где там тебе будет удобно, чтобы светить и чтобы тебя не трогали. В принципе, ты не должен дамажить. Ты главное не засвети и убежи. А если я тебе скажу там сбить захват базы, вот тогда дамаж. А так ты просто свет. Все. Нет, без дамажа. Да.
Блин, кому-то вот сюда на... А, нет, ладно. 50 тонн их хватает. Интересно. Не надо. Ну да. Кто там вылез? Фафик, уйди в укрытие. Куда ты вылез? Вот это укрытие, да? Ну давай, удачи. Чё там слева? Прорыв? Прорыв, да? Они на вторую базу. Да, пошли. Ребят, приход... Парни, надо хотя бы двоих вот сюда послать. Ребят, давайте быстренько где вы должны были? А чё бросил, Влад? Зря ты... Или ты достанешь вот этих? Их разобрать тяжело будет, там проб. Да вы чё вы вернулись? Какого хрена вы... Заезжаем, забираем эти. Да изначально. Погоди, собраться надо. Нельзя просто. Остальные так. По этим бьют. Блять, меня сдалека бьют. На первой. Льва, доберите. Вот семерка на. Это меня пиздят. Блять, нет. Да ебаный рот, меня прот пиздит. Я всех свифил, ребят, сбивать. Сука, меня допалил прот. Чё с протом-то, блять? Я ж сказал, что меня бьют. Когда кого-то бьют, надо своим туловищем прикрывать. Все, ребят, быстро заезжайтесь, сбивайтесь. Двое сюда, один сюда поехал. Там двоих хватит. Здесь не будете пробивать, там не хватит. Фугасы позаряжали полный. Хотя бы первыми. Все, верхнюю забили, третий помогают здесь. Или прикрывай им жопы, чтобы вот этот не стрелял. И ты там 37-й помогай, ёпта, не спи. 37-й въебай, крути, верти, как хочешь там. Ай, блин, вас разобрали. Не подставляйтесь. До чего дошло только что. Да это я виноват. Я виноват. Да виноваты вот эти... Или вот сюда втроем надо было лезть? Сразу сюда посылать, а сюда посылать, чтобы потом сюда не ехать. То есть нам отсюда проще, допустим, вернуться на базу, чем мы сейчас с подзданий, вот это мы выезжаем, и с центром нам дамажат, пока туда едем. Ай, парни, на углу, которые... Не, вопрос, на углу, которые стояли, вас с базы доставали? Такой вопрос интересный. Вас с базы пиздили? Да, там как раз они их доставали. Значит, вот тот угол вообще самый неудачный, самая неудачная позиция. Все, забили на него. Нельзя там стоять. Вон, я поняла. Если они на первую базу. Ничего страшного. Хорошо, давайте подождите одну минутку. А ну, одну минутку. Не надо отойти, давайте дальше бой. Давай перекур. Не, все нормально, сыграемся. Ни на кого там, не обижайтесь. Критику надо воспринимать нормально. Если хотим побеждать, конечно. Димончик ушел курить. Владик, а ты тут? Тоже ушел. Да, кто против нас играл? Ну, а посмотреть, кто против нас играл, мне интересно, что за пацаны такие наглые. И 4600. Пиздец.
4600. И 5300. Вопрос. Все вместе, да? 5300. Да это же раки были, мы только шараком поиграли. Ну да, да. Там есть чайник кричит. Они знаешь что, они наглостью взяли, молодцы. Они, заметь, команду поделили. Запоминай тактику чужую. Попробуй ее применять. А, банка там. Там, между прочим, защищаться проще, чем нападать. Это наш правтык. Технику меняем, нет? Не, не меняю. Окей. А можно КВ-4? Ну, как-то легче. Нет. Ну, тут же не быстрая атака. Сдерживать урон надо. А, не нагли. Давай, если я меньше 1000 урона набью, даже меньше 1300, ты на меня поругаешься. Можешь, ну, высказаться, выругаться там по полной. Прикинь, как оторвешься, ёпта. И я тоже. И ты тоже, давай, я не сейчас против. Сейчас только по 11. Ну так что, брать КВ-4? Да уже поздно. Нет, не... Я чувствую. Ну ладно. Я думаю, что это... Ваш клондайк в... Собачки, птички мне поют на уши. Ребят, опять та же техника. Но все дружненько едут именно сюда. Окей. Да, да, да. Все меня слышат? Нормально, да. Меня слышат? 37-й. Вот здесь, за Дэвси, вот за этим зданием. И никуда не едь, тупо там стол свети. Если увидишь кого-то, убегай нахер оттуда. Убегай. Просто. Если увидишь 37-го, 37-го можно разобрать. Но все равно, я тебе скажу, да? Люся, следи только за боем и вовремя какую-то группу пошли в другую сторону. Ну, в обход. Так, чтобы она прошла. А не так, чтобы она пока доедет, ее разобрали. Убили, убили, убили. Мне не видно, я не могу. О. И чё, мы базу берем, что ли? Не молчи. Нет, базу не берем. Зачем же ехала? Едем, проезжаем. Проезжаем дальше. А мы же уже спалились. В задницу им заезжаем. Давай, только вместе. Если что, до угла доезжаем и собираемся кучкой, а не по одному, Плюся. Да мы сейчас втыкаем захват. Вот те трое там аккуратно вместе собрались. Не разъединяемся, блять. Пошли. С краю начнем. Поехали Иса этого одного. Ну только надо очень быстро, прям на ходу. Иса. Прям на ходу ебашим. Он не один, блядь. А, там два Иса. Ёпта, сейчас отгребу. Плохи. Уходите кто-то отсюда, я их придержу. Кто там сзади меня, уходи, не отстреливай. Уходи, помогай дальше. Там базу берут так. Вы сбивайте захват базы, прикрывайте. Давайте, давайте, уже по базе там дрочу. 37-й, помогай из там. Ну, 12. Кто-то там сзади. Блин, Димон говорил, не едь за мной, а. Ну-ка, я говорил же, твоя помощь там нужна. Блять, я проезжаю еще. Ай, Димон. О чем говорил? Сейчас помогу. Прицелюсь получше. Тебе повезло. Ребят, давайте быстрее, уже возле ней. Нормально, они все, не спеши, нормально, база сбита, все потихо, не спешите топ. Вот этого добирать надо. 2 секунды, Димон, его доберу. Не добрал еще. Ну, забирайте. Блять. Не посмотрел направо. Злодей. Все, 800. Димка, шота. И броню, броню. Еще 90-ик сзади.
Злющий, хоть кого-то бей, давай. Ёпта, пробивать надо. Влад, смотри, девяну. Быстрее разбирайте кого-то одного. Влад, таран, блядь, или не знаю. Блядь, один хп. Один хп, это жесть. Да что ж ты таранул бы его, он тебя на гуслю поставил. Чуть-чуть не хватило. Да чё, блядь, 90-ка повтыкали. Вот, Димончик, твоя помощь нужна была им. Я бы их просто двоих отвлекал. Представь, я один отвлекаю двоих. Уже преимущество на тебя одного. Зачем ты за мной поехал? Не на это было делать. Ребята, нехуй делиться, блядь. Все нормально, мы поделились, все было нормально. Нехуй подставляться, принимать урон. Надо уметь играть от брони. 90-ик разрядил в меня барабан, блядь. Тупо сзади заехал. А чё ты молчал? Сказал бы, прикройте, если есть такая возможность. Я кричал. Тогда, парни, слушаем друг друга и смотрим на карту и везде. Это основной принцип победы. Если каждый играет сам себе в прицеле и смотрит в окуляр, это не то. Вот, совершенно верно. Так, ребят, давайте думаем так. Было на Нет, здесь была ошибка очень великая, когда базу возбрали, они стояли от башни, и вы втроем на троих не выехали. То есть, когда стоит трое, вы втроем можете легко выехать и забрать. По одной цели вы можете забрать их. То есть, не боимся. Когда мы двоих держим, то есть, и в конце концов я выезжаю, и все на меня дуло развернули, и один выехал, а двое опять в задницу. И делается это сообща, момент один возьму. Если туси там рядом с вами группой не оказалось, а второй, общайтесь, блин, с друг другом, говорите, пацаны, едем там толпой. Все, чтоб все знали, не так, один выехал, самовольничал, его забрали. И толку от того, что выехал. Да все говорилось, туся сказала, выйдите на них, на базе стоят трое, выезжайте на них. Один я выехал. Вот почему Влад услышал, а вы не? Ты выехал, в конце концов... В конце концов выехала я, и я сбила базу. Я, наверное, последний бой, да? Тебе на работу до завтра. Ну, конечно. А, ну вот эти парни покрупнее были, кстати. Вот, это уже интереснее. Если бы мы их нагнули, я бы радовался. Один слабачок у них. Да все, надо нагибать. Надо не сливаться. Нагибать не обязательно. Опять вот у них сетап такой же. 90-ик, 37-й, опять и сол. Тебя, Туся, не слышно. Да, говори громче. Сыгмай сюда. Усы, усы. Дружненько. Два усы тоже сюда. 110-ка, остальные усы сюда. Первый вас. Говори по списку. Список сверху, например, в один квадрат. Остальные все в другой квадрат. Потому что сейчас непонятно. Два первых са, Алекс. На вторую базу. Остальные все. Санёк, тебе налево. Ты ёпта. Вы сейчас напутаете, а я чума говорил. 110-ки. 37-ка, неправильную позицию его. Значит, без дюлей дадут сейчас. Я на пункт понял. Уходи, уходи, 37-й, аккуратно. Ну, отстрели. Они на втором. Берут, или первый. 37-й. Вот тут сверху глянь, 37-й, не, может? Не, кто вам сказал? Кто вам сказал разворачиваться? Едем все. Там два ИСа. Два ИСа. Что где нам делать, два ИСа? Два ИСа могут сняться. 37-й тоже там, мы сейчас их отвлечем, и ты сверху ковырни, или улизни, или как-то, я не знаю. Блять, фугасы, фугасы. Давай, Дима, смелее, уже времени мало. Ох, 37-й. Блять, если не пробью, сейчас пизда. Неудачно ковырнул. Сука, я пробил на... Нет, есть, давай еще, Дима, смелее. Последний момент, давайте, давайте, еще. У меня 4, мне не хватит зарядки, блядь.
Не успел. Я фугасом уже сбил, он там не успевал по заряд. Ух! А чё бой не заканчивается? Чего не заканчивается, заканчивается. Что-то честно нифига не пойму. На гору мне надо, на гору. Ребят, быстрее, быстрее разду. Показала квадрат? Не-не-не, пока вы обходили, мы бы по-любому, мы, видишь, вдвоем не справлялись. Я не знаю, Димон пробивал или нет. Да если бы мы туда поехали, мы бы просто выехали. Димон, на будущее вторым ставь снарядом фугас, когда нам надо сбивать. Ты первый хуй с ним ББшку выстрелил, не попал даже там. Ой, попал, но не пробил. Лучше фугасом будем. Если мы сбиваем, значит мы сбиваем, и не уроним. Ну так я фугасом второй дал, кстати. Дал, да? Ну мне хватило, и у меня зарядки. Да, дал, но просто... Я смотрю, там захватится через 2 секунды, а мне еще 4 зарядки. У нас не хватило. Чуть аккуратнее 37-му надо играть. Либо очень нагло, либо очень аккуратно. Что у нас какая-то чё? Да только защита базы. А, что мы постоянно сосем, потому что нагнуть надо разочек. Поэтому и защита. Все, я кофе выпил, сейчас нагнем. Выпил кофе, да? О, а тут наборчик похожий. Ребят, 110-ка и первых 2 ИСа. Квадрат. И здесь. Да я никуда не светится ничего. Остальные ИСы. Нет, я где я показал там ИС. Остальные ИСы. Т-30. Значит, смотрите, со мной 110-ка идет, и один из трех, кто там по списку сейчас не гляну. Димка, ты. Значит, 110-ка и Димка вот на этом углу стоят. Блять, разворачивайся. Не на том углу. Ну пусть на том здесь стоят. Потому что если заедут, пусть вот там отсюда, если они отсюда заедут. А куда вот эти поехали? Ты же сюда показывал. Жесть. Димка, ладно, стой там. Ты там. Значит, смотри, Димка. Давай тогда так. Ты сюда смотришь, Фафик куда погнал. За угол вот этот встань, вот этого здания. Смотри вот эту сторону. Ну, так ты определись, где стоять. А ты, Димка, вот сюда смотри, центр. Только под укрытием, Димон. 110-ка, ты должен мне видеть вот эту сторону и вот эту сторону. Две дороги. И быть наготове в укрытии. Мы еще не нащупали, где они и что они. Откуда они пойдут рашить? Они пойдут рашить. И поэтому вот эти вот ИСы, когда увидят, что раш с нашей стороны, то мы по максимуму закапываемся в оборону сколько можем. Придерживаемся. Если что, вот эти двое уходят вот сюда назад. Одного даже? Ну одного, двоих нашли пока. Этого мало. Еще трое. Можем уже, уже можем рисковать немного. Либо ждем. Нет. Может они специально светятся. Может они тоже прощупывают. Так, центр, Димон. Давай к Димону. Пока мисс Димону. Дима пропустил. Только от укрытия опять вы вылезли на улицу. Сейчас пилюлину получите, ебать. Пилюлину получите, там назад, говорю, вас отъезжаем. У нас, думаете дальше, что делать? Стальная группа.
37. Красивенько елочкой встали. Так, у вас четверо, можно сказать. Вот сюда, Димон, сейчас я штурману и едем забирать вот это говно. Не стоим долго. А, тут их двое. Вот сюда, вот сюда ко мне за мной едем. Их тут двое. Один есть со мной, едь. Т-37 поехал на кром. Пошли, помоги, пошли. Ну что там на углу кто-то, блядь, застрял? Я же сказал, поехали за мной. Лесу, ну какого хрена? Я тут... По разным бегу. Ребят, по одному. Назад, Фафик, ты назад, сидишь? Отгреб назад, все. Если заряженный, ебаш. Да, я ебану. Отлично. Так, слева у нас, слева. Все, идем налево. Димка отгреб, идем на него. Выходит. Блин. Блин, 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 у нас группа рассыпалась. А ладно, идем втроем дальше. А где все? Умер. Почему умерли? Потому что. Так получилось. Ты вы их там подразобрали хоть, пацаны? Ни хера не подзарабатывали. Все, вот сюда уходим. А, они, блядь, на той базе, ж, ёпта, они сейчас на низ могут поехать. Не-не-не-не-не. Пошли на первую базу. На первую базу пошли. Ладно, я пошел схватить. Давай, счастливо, Владик. Попытаемся вытянуть, блядь. Не переживай. Я хуй его, как мы это сделаем, но это мы попробуем. Ладно, я тебя зад. За мной пошли, опять кто-то застрял, ёпта. А 110-ка аккуратнее, там уже все поздно. Капук, не лезь, не вылазь тогда. Стой там, все, никуда не едь. Поехали, Дима, вдвоем. Я не знаю, как мы это сделаем, Дима. На самый крайний давай. Там кроме. Я сказал, на крайний проход. Кроме. Тихо-тихо, они ищут нас. Вон они. Пошли, убили его. Где он тут, блядь? Вторую базу берут. Пошли на вторую. Держись, назад отъезжай, отвлекай их. Назад отъезжай. Назад вот сюда вот падай. Вот сюда на низ. Задом-задом и отстреливаешься аккуратно. Пошли, Димон, базу сбросили. Пошли, поможем. Пошли, пошли, пошли. Димка, бля, на тебя вся надега. И не стоим, Димон, до следующего укрытия. От укрытия до укрытия. Нам надо атаковать. Сука, того не попаду. Да ваншот. Да погоди, ты сейчас разберемся, нормально будет. Не подставляемся, Димон, все отсюда играем. Хуй там ты, блядь, угадал. Ай, Димон, ты его добрал, ладно. Все, играем нормально, нормально. Вот один шот идет. Да хуй там, ты угадал. Стоим тут. Блять, подставился я. Димончик, вот этого целого разбираем. Я шота держу на себя, урон. Блять, хуй ты в него стрельнешь. Сука, стрельнул. Димка, держись, бро. Зря ты, блять, погнал, когда тебе не надо было этого делать. Едет. Да сейчас его закрою. Димончик, назад отходи. Назад отходи, блядь. Лево выпали у того шота. Сука, не пробил. И сзади, смотри, едет. Заднего догаси. Вперед на меня поедь чуть-чуть. Блядь, ловят, суки, не могу. Я так не могу вертеть ебалом. Сука. Фугасом хотя бы. Смотри, держи, держи, блядь. Суки, развели. А ты горишь раки, нихуя себе раки. Вот они красиво как сырали. Они не с кучки, блядь, воевали, они объехали. Не, ну развели красиво. А могли, могли. Раки, говоришь, сейчас глянем. Что за раки? Надо еще человечка добрать, если будем продолжать. Давай их, я тоже возьму. Ну я так и понял, сейчас все разойдутся, нет? Да, это в натуре раки. Мне на работу вставать. И чё? Мне тоже. А вот у них командир был. Не, а них не командир.
бранец рядовой. Рядовой. Кто командир тогда? Вова, что ли? Рядовой. А, вот капитан команды. Так у них капитан команды матерый, я понял, что это за типы. Там типы наученные. Не смотри на них, что они роки. Там совсем не роки. Там твинки сидят. Нужно даже проверить. Где ты, блядь, мой любимый? Да не могу я их подрезать, пока они не примут этот... Я уверен, если бы не задний лист, который нас доставал, мы бы разобрали бы все. Да я ж не спорю. Он нам мешал. Он мешал, да, и выпал. Ну не. Вот если бы мы его убили, реально бы мы их нагнули. Он мешал, но и отвлекаться. Они чушка с нами играют, не играют. Да, да, да. Когда тебя ебут хотя бы с двух точек, можно контролировать, а когда с трех, тяжело и туда ебалом вертеть. Ленчик, нифига себе, Ленчик. Где Леня? Там он, Шульц, вроде зашел, но как всегда молчит. Ну это опасный человек, его в любой момент может выкинуть. Но так будет интереснее. Ну у меня та же самая. А, ну да, так что нормально все. Перекинь его, он просит. Ленчика. Да, он закинет. Ленчик уже здесь. А, ну, так... Марич. Не, в вентриле перекинь его. Не могу, а, вентрила что? На ноуте, а ноут за. А. Ну, на нем игра. А че, он сам зайти не может? Димон, он че, сам зайти не может? В комнату? Всем впадло. Вот, привет, да, его еще перетяни. Ах ты мой маленький. А шо это оно было? Марич. Да. Марич, ты здесь? Здесь. Ау. Марич, прими приглас в штат. Прими приглас в штат. Я понял. Я думал, Леня, я все понял. Тебе приятно было, чтоб тебя Туся сама перетянула в нашу комнату, да? Не, он сам перезашел. Марич, прими приглас в штат. Я тебе кинула приглас в штат. А тебе что, задавит на Тишов? Тишов. Не, я применю в следующий раз эту тактику. Мне так смешно, Тишов. Все, Марич. Че брать? У кого есть? Никого нет? Марич есть. Где никого нет? А у тебя есть? Светляк. Какой надо? У меня хреновая сейчас. Я могу Кромвеля взять. Я могу КВ-4 взять. Экипаж стоковый. Мне не дают. Он у меня вот. Ну у меня он, в принципе, спросит. А тут я хочу сказать, по своему опыту, на светляке играть и командовать не самое легкое дело. Но попробую. Муа. Вот, пошел дальше кататься. Бля, клево, уже 300 лямов заработал. Ой, 300... заработал на десятку. Крутой вообще. А что, прем какой-то халявный есть? Нет, без према. Он на арке. Нет, на СС7, на Т110Е4. На
карте всего было 3 боя. Да он ЛБЗ выполняет, наверное, да? Нет. У меня ЛБЗшки уже выполнены до 14. Кроме ОТ-шек, потому что я не играю с ликах. Значит, где-то есть подвох. Значит, просто попадаешься статистами, вот и все. Ну да, читер. Везунчик. Да читер он. Да я не читер. Я на первом серваке, как и вы, играю. Так. Все, баним его. Да, ребят, меня постоянно... Нет, я попал. Все, не худим. Проповедь не мешай. Да я его не мешаю, все. Громче. Блин, 110-ки, 2 ИСА, первый. Проходим в коридор. Остальные как выглядят? Блин. Остальные все... Вот здесь остановитесь, вот здесь, ну блин, на этом. А нам некуда уходить будет, ну ладно. Вы там стойте, если... Когда вам будет атака? А нам будет атака, конечно, всегда. Вот мне напоминает твоя тактика, тактику странника. Посылают на невыполнимые просто задачи. Миссия невыполнимая, я так и назову, наверное, стрим. Лёня тоже такой тип. Не вовремя говорит, поехали. Давай, поехали, блядь, влево, влево все, ушли. Вот ушли, они, блядь, отсюда, пиздец, да? Получил. Кто-то один на дальняк есть, остальные или к нам, или там где-то издалека пробуйте. Сейчас будет пиздец жесткий захват. Фугасы, Димон, мы на сбитие. Остальной на урон. Ну как они так быстро? Блять, что ж ты так? Димка, ну у меня хоть труп есть. Вот этого ближнего нам помогите. Он выехал. Так, я перекрываю, сейчас ёбну. Блять, фугасы ёбаные. Сдалека там кто-то, котяшки, аккуратно вас бить могут. Я жарил издалека, и нихуй знает откуда. Да сбейте захвата. Прям нормально. Давайте только без волнений. Будь как всегда. Сука. Попали. По одной цели пейте. Избили. Фугасами стреляете. Кто-то один фугас. И говори кто, чтоб остальные стреляли бубэх. Всем надо фугасами было стрелять. 4 человека не могли сбить захват, ё-моё. Ладно, мы на сближении будем. Я что-то вообще не пойму, почему у нас только эта защита? Да ладно, не парься. Потому что учиться надо защищаться. Да разыграться надо. Да, Лёня, мы ж не первый бой тут катаем. Разыграться. Во-во, сколько вы уже въебали? Да нормально, ебем и 100 раз, на 101 пойдем нагибать, ничего страшного. Просто нужно учиться. Я знаю свою ошибку, я подставился. За 110-ку могу сказать, ошибка его такова, что он не ушел вовремя в укрытие. Либо его на гуслю посадили, разобрали по фокусу. Либо надо было раньше уходить. Всегда надо играть от обороны. Надо подставляться. Честно, мне очень... Чё, все нормально, не расстраивайся. Все нормально. Командуешь более-менее. Да, тактику сложную просто выбираешь, блин. До канала? Ну... Не канает? Ну как сказать. Вроде сориентировались вовремя, вроде встали все вовремя, но походу задние ИСы плохо с пробитием работают. Точнее, лучше на 2 секунды дольше прицельтесь. Ну, пушка у ИСа, вообще-то. Я понимаю, но поэтому и качаем перки на точность. На точность на ходу и на точность вообще. И перки, и модули такие же ставим. У меня немного неправильный модуль. У меня вместо сведения, что на ходу, точнее стрелять, стоит вентиляция. Но это потому, что стоит боевой браслет, поэтому оно у меня само собой усиливается.
стоит и то, если руки кривые, оно особо не поможет. Выпрямим. И перки, и модули, и заперки, и экипаж, ну, смотри, какие красавцы. Руки кривые только из-за того, что спешили. Чуть-чуть без паники. И по бою надо ориентироваться самим, на полуавтомате немного играть. Не ждите, когда там Туся отдаст команду. Видите, что уже грани подходит захват. Перезарядились там на фугасах, хоть кто-то ёбните. Подожди, мы с ними играли. Ну что, еще раз сыграем, реванш возьмем, может быть. Езжать ты. Давай вот сюда 4 ИСа пошлем. Сюда двоих. Вот я поеду. 110-ка на дальняк вот сюда вставим. И хорош. Мы дальше сориентируемся, если у вас раж будет по второй базе. У вас хотя бы там будет больше. Отсюда играйте аккуратно. Если нам нужна будет помощь, двое вот сюда наверх едут и в укрытие. Двое как-то вот как вы играли отсюда, если аккуратно получается, пошли. Туся поедет. Там, да, там нормально. На Б7 там бугорочек, они башню не пробьют. Туй, зря ты туда поехала. Светани лучше вот этот бугор. Ты засветишь заодно вот эту часть и вот эту часть. Мы тут посветим сами, без тебя. Да я не особо. Только правильно заезжай, так, чтобы потом уйти. Чтоб не слиться. Твоя задача сейчас первым делом. Вот, все, уходишь, 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 уходишь. Пацаны, ориентируемся туда. 110-ка, если оттуда не можешь нагибать, а ты должна. Подъезжаешь ко мне вот сюда на полумесяц. Парни, уходим в укрытие, вытягивайте их. Мы вот здесь сбоку будем. А можно вопрос, а кто из вас командир-то хоть? Можно, ты в бою с нами? Нет, но вроде как кто себе. А, ну тогда подожди конца боя, а потом спросишь, окей? Не, Алекс. Вот они выезжают, все, вытягивайте. Вот этот вот что-то делает, ты помогаешь там, видишь их нормально. Если без дела стоишь, передвигайся поверху тоже. Все, пошли, выехали. Блять. Назад отходим. Сильно далеко выехал. Блять. Сейчас опять целюсь, сука. Ну что там сверху наглее. Ребят, работаем? Сверху они же выехали. Что? Нету никакого, нет. Никакого прикрытия. Да давай, 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 уходи. Да уходи. Ай, блять. Дай хоть за твой труп спрятаться. Почему нету никого? Какого, блять, хуя огня нету? Я не вижу, чего вы там делаете, ебать. Они все сюда смотрят. Не хотят меня сожрать, блять. Они просто подставились. С прицелью фокус ебашим, блять. Чего не видите? А, ладно, тогда придется еще один бой сыграть. Поучительный. Не дай бог, сейчас кто-то из вашей этой четверки, блять, набил меньше, чем я тут, блять, распрессованный всей этой хуйней. Вот это, сука, шоты хотя бы добрали. А лимон демон у меня... Сука, ебать, вас там четверо выехали наглую в открытую, ебать, так, чтоб видели их и стреляли по фокусу. Туся, ты это видела, да, блядь? Пока они на меня ехали, я не видел огня, ебать. Где поддержка, нахуй? А, все. Курю сигареты, спокойно смотрю. О, лимон демон прос... Шотов теперь аккуратненько. Все, играем аккуратно, шотов. Никуда теперь не лезем. Да, вот этот в угол там запрятался. 319. Они хорошо проебали, 600. А вы... Да вот тысяча. Кого удобно, того и бейте. Не обязательно прямо на шотов вылазить ради смерти. Играем аккуратно, еще не все понятно. Кромвель сзади, смотрите. Ехал кто-то один, добрал Кромвеля. Кто там, злющий или кто там, не вижу. Есть. Лёня, аккуратно, горишь. Давайте. Есть, все, аккуратно в укрытии. Все, они сейчас подставляться будут. Они на угол будут лезть. Тот же на углу, Дима, не вообще не подставляйся. Лучше не вылазь. 600 хп. Пусть пацаны спокойно нагибают. Вот этого вот Димон ебаш. Отлично. Полтора, да. Видите 110-ку сейчас.
Если можете, не можете, ебашьте и со третьего. Отлично. Фугасом, аккуратно, не спешим. Вот не смотрите, что фугас. Он один. Все равно играйте аккуратно, старайтесь жить. Вот злющий, живи, вообще не вылазь. Не вылазь, блядь. Не вылазь, сука. Сколько раз сказать, не вылазь, чтоб ты не вылазил. Когда он ствол отвернет, и ты это увидишь, тогда вылезешь и ебнешь. Пацаны, подсказывайте ему. Отвернул, отвернул, всё, вылазь и ебашь. Всё, идите, да говорю, за игрой. Ничего тут сложного нет. Ебашь. Короче, едем на него. Да едьте уже. Только шотный позади. Вырабатывайте технику выживания. Это ваша проблема. А вторая проблема, не следите нихуя за боем. Техника пошла на нас, двоих. Мы просто так не должны сливаться. Вы должны в этот момент нанести максимум дамага. Ребят, я извиняюсь. Интернет пропал. О! Есть другую эту. Тебя рады. Статистика побед 14%. Да? А чё я никак... А кто пропал-то? Проповедник, идёшь к нам? Леон Лимон вылетел. Сейчас из боя выйду и приду. А кто? Лимон, да? Тоже команда. Да, да, меня. Ему на работе. У меня там смена дивизиона на С и что-то вылетело. А, ты будешь играть или нет? Ты же говори, что ты молчишь? Да, я буду играть. Ну тогда почему не ищите никого, Димона назад берем. Пока одного обучили, сейчас другого учу. Я это пойду кофе сделаю. Секунду. Ну вы заходите, я уже приеду. Я что-то не пойму. Медали никакие. Да какие медали? Одна победа. Хорош. Нет. Какой лиги? Мы в первую лигу попали, в лигу Д, самая лига, лига лузеров, так что не расслабляйтесь, блин. Или я ошибаюсь? Не-не, Санёчек, лига С уже, я ж тебе говорю, всё, смена региона. Мы уже раки только варим уже, да? Отлично. То есть нам надо ещё репутировать. А, нам надо еще. А не, кажется, не по. Опять защ. Да чё за. Кто там класс? Не, ну да, по этой тактике, как они отыграли вот эти пацаны противник в прошлом бою, это ж раки, реально. Ну да, они. И опять чё? И опять чуть не слили. А чё чуть не слили? А чё вы молчите, кстати, вот та верхняя группа, а чё вы не стреляли? Чё боялись? Ждали команд? Я не видел. Пока они там выезжали, там... А, не видно было, да, просто? Ну, не видно было их, потому да, что вы сильно высохли. Значит, съезжаем, ты ж видел, что они пошли? Значит, съезжаем вниз до бугра аккуратненько. Так, чтобы потом, если чё, на заздание уйти. Они ж могут переключиться с нас на вас. Не всей бандой, а хотя бы пару человек отделились, чтобы видеть. Потому что пока вы не видели, нас разбирали. Ну, а так, чтобы все точки были закрыты. Все, Туся, давай. Ненавидь. А, то есть меня не берем, да? Ну ладно. Нет, не, мы... Лимона просто выкинула, без обид.
И он назад вернулся, мы уже сыграли, да, с ним. Не-не-не, все нормально, все нормально. Все отлично. Бой начинается. Так, громче. Не слышно. Стойте на базе. На какой? Квадрат... Всем стоять на базе, короче. Все. На точке респауна, где мы появились, что ли? Да. Ну, так, ну, это респаун, это не база. Просто. Давай распределим тогда, будем смотреть, что как. Давай, двое на вот этот флаг. Туда, три туда. Давай сразу провангуем. Куда чаще всего? Чаще всего едут куда? Я не знаю. На вторую. Как вы играете? До этого на вторую. Да, я заехал. Ну, я просто реально пару месяцев. Давай, Марич, с тобой смотрим первую базу, остальные тогда пусть как-то туда, вторую смотрим. Надо как-то, блядь, встать. Не могу никак прицелиться. А кто этот самый... Блин, стрелять херово. Херово, пиздец. Так, один есть, значит, просвечиваю ту сторону. Аккуратно, ты еще не берусь. Ё-моё, я на перевале на арте, это клёво. Туся, уходи. Не могу. Печалька. Еще сюда кто-то подтянулся, пока засвет там был. Один. Кто там злющий смотрит, да, отлично. Лёня, что там за телодвижения у тебя интересные такие? Прячешься? Он ныкается, не мешай. Все, Туся, командуй. Опять выкинула с клиента. Димон. Короче, я вот этот последний, крайний бой, хороший. Так, а вот и слева появились. Теперь налево свои трое там навелись. Так, мы смотрим направо, не отвлекаемся налево. А вот слева, вон они, все, назад, назад, вот это верхние, кто повылазили, назад. Кто первую базу смотрел, назад под. Так. Туся, командуй, я молчу, я не могу прицелиться. Лимон, ты тут? Спускайтесь чуть. Чуть ниже, чтобы не подставляйтесь там. Да, вы подставляетесь, сейчас подпишите. Они не захватывают. Так, что я пробиваю, не вижу еще пробитий. Сука, 6 человек, пробиваю только я почему-то. Ну, ребят. На базу, ориентируйся, Туся, смотри, базу берут, что надо делать? Ничего, там один на этот, остальные здесь. Разбирать, выезжайте, блин, разбирать их. Выезжать, разбирать, все, пошли толпу, рассказали, выезжай, значит выезжаем, слушаемся. Одного не смотреть, Леня, ты куда, блин, смотришь на этого дальнего ИСа, перед тобой. Блин, куча ИСов. Лёня, сейчас получишь. Всё, и что ты не вылазишь, если ты разбираешь. Все выехали тупо. Разбирай. 423. Какого хрена вы стреляете по полным, если у вас, блин, есть вот 600? Всё, на никого не смотрим. Разбираем 600. Марич, ты. Всё. Теперь 1000. Всё, они базу возьмут. Нам не хватает... Я что такое не пробиваю? А чё нам не хватает, говори? Светляка нормального. Давай я не светляк, я говно. Чё за херня? Я говорил, что на светляке тяжело. Ребята, вам уже тяжа не хватает. Я покатаю, пока не сам выкидываю. Ну, есть же замена. Да, есть. Да, там. Кстати, это был класс А, так что сильно не расстраивайся. Класс А? Ну, против нас класс А, по-моему. Или я ошибаюсь? Не, мы перешли в класс С. А играл против нас класс А. Начните, ребята, что... Проповедник, заходи, ты где? Начните, ребята, что-то больше. Я боюсь сейчас, подожди, выйду. Сетап тот же, да? 6 тяжей, один маленький светляк, да? И один. Или еще взять светляка? Не надо. Ну, надо. А кто мне в жопу-то кинул? Я. Но я тебя не пробил, так что не парься.
И гусеницу, надеюсь, не сбил. Вроде не сбил. А знаешь, как больно было? Блин, извини, братан. Плакать, что ли? В ситуации, когда остается 300 хп, и у тебя есть еще возможность стрельнуть, надо стрельнуть. И я стрельнул, а ты подлез под снаряд. Ну, так получилось, потому что не мог в аркаде так далеко стрелять. Да я кофем подавился. Бывает. Мученик, так, да ладно. Перекур. Не может быть. 100 лет, 100 зим. Но я не могу его взять. Неужели он компьютер купил? Кофе будете? Мученик. Попарик на арте еще до сих пор жив. Веник, давай быстрее. Я иду че. Так уже почти завалили, осталось 3 танка. Я сейчас взял доп паёк, и реально промахов практически не стало. Ну видишь, чуть-чуть не хватает. Братство у тебя есть, вентиляция есть? Все есть, братство и вентиляция. А, тебе не хватало совсем чуть-чуть, ну понятно. Вот, мне не хватало вот, не знаю, рядом сидящего, кто-то направлял еще. Ну как же иногда плакать хочешь, когда в труп попадаешь? Не, ну блин, действуем-то в принципе нормально, просто что-то вот где-то не даже. А я могу ошибки сказать по предыдущему бою. Надо было посылать на базу двух игроков, чтобы они пытались обойти и сбить базу. Один фугасом, один ББ хуже по дороге заряжал. А лучше... Ура, я выхожу из боя, ребята! По ситуации. А нам так и надо было играть от обороны, потому что на базе всего стоял один человек. Если бы они на него сагрились, мы бы их попросили отойти назад. Подъехали, помогли. То есть, ну, тянуть время и обращать внимание на захват базы. Если он там берется одним человеком, это не значит, что он его не заберет. Он его забрал. И ехать... Я говорю, слева надо было обходить. Двоим, да. Светляк, да, должен жить. И светляк должен жить, это главное правило, да. Ему нельзя сливаться. Ему не надо там тащить и танчить. Он должен быть крысой. Постоянно в целом бою невидимым. Его первая задача засветить, показать технику, где она находится. Хотя бы часть техники. И уйти. Ну, оставь. Ну, это надо просто знать, надо уметь. Ну, я думаю, у меня в курсе. Да. И потом я смотрю на гибучий тут сетап. Да, когда... у меня... Когда либо 2 семерки, 2 светляка, вот 2 бульдога, это вообще супер. Либо 6 и 8. Но на 8 надо уметь играть, потому что, еще раз говорю, 90-ка, сука, понерфили. Сведение в 90-ка. И пробитие, чувак, 170, что он просто... с ним сделает? На голде он не все шьет. Но лучше, конечно. А, например, у бульдога у него сразу кумулятивы и на халяву. 2 бульдога могут сделать ту же вещь. Вот я не знаю, куда охол пробивать. Если кто-то знает, сразу скажите. Ботин. Самые в сиськи. Ну, в передние эти, где пулеметы стоят. Все, сиськи. Понял, все. Как и в 5. Просто я в кораблике чаще. Ну и НЛД, конечно. Поэтому не в курсе всех новшеств. И НЛД, конечно, тоже. И че тишина-то? Командир громче. Да нет. Так, ребят, все вот. Еще громче. Трет на первую. Кто на первую базу? Первых 3. То 10 и 2. Угу. 3 здесь стоят.
далековато, ну ладно. Иск, ва, поехал. Вернись обратно. Какой иск? Все нормально, никого не тормозим. Командир правильно команду отдал. Все нормально, поехал. Да я другому, который уехал с места. Это мой висок. Так, светляк, ты там светишь, а мы вот тут стоим. Правильно, Алфафик стал. Просто фишка, если вы рядом сейчас со мной станете, у 2 ИСа, то мы будем играть от башни. Здесь. Ну давай пока поближе. Думаю, успеем. А ты там стой, Алиса, центр. Центр, с Фафик, центр полетел. Все. Молчу. Вверх. Плюс один. Подожди, наверху пока только лишь один засветился. Один, но мы туда пока стволы развернем. Слева ты только бульдоги. А вдруг мы вам поможем. Два засветилось. Делаем ставочку, а не там. Туся. Ваши действия. Пацанов выебут сейчас. Вы видите их? Видите, что... Бейте, 110. Чего я не попал? Засветился. Ну, десятку должны видеть, да, да. Сейчас не оно. Вижу. Оно не вижу. Охо. Ушли за камни, я не вижу. Подъезжаем оно ближе, меняем. Блин, меняем. Осторожно, я тебе по. Вот эти и слышу на первой базе. Меняем позицию на прострел. Ну и там пацаны погибают. Ну, ребят. Я не вижу, я их ищу. Двое остались зазря. Я вот зря сейчас еду туда один. Короче, стойте там двое, буду их сюда выманивать. Блять, не пробил. Ну вот вопрос, нахрена делиться? Броня не пробита. А хрен его знает, откуда они приехали. Так, понимаешь, меня, они так. Да какая разница? Ты здесь встал? Подожди, ты здесь встал? Стой. Если оттуда его поедут, мы всегда сможем успеть развернуться, сбить и убить. По факту. То, что убить не успел. Я ебал. Ебашьте, если видите. Да чё вы не попадаете, блин, нихера? Да попадаем, блядь, не пробиваются. Чё не пробивается, все равно пробивается. ИСа третьего сейчас подняли. Сука, бульдог вот там на центре бьет, сидит. Блядь, по 400. 34-ка, я не знаю, конечно, но, наверное, брось тот квадрат и пойди вот сюда, светани бульдога. Я? Не-не-не-не-не-не. А, ну крон. В бочину сразу разберут, ты чё? Бочину разберут, а мне бульдог. Бейте. Все, все, не надо, Кромбель, не надо. Сторожи своего бульдога, все. Пусть тут пытаются. Или помогай пацанам еще. И туда посмотри. Пацанам не, больше помощи. А вон и бульдог поехал. Да не бей оно. Афиг, не бей оно. Бей этого. Блять, он фугасный, у меня сейчас разберется выстрела. Сзади бульдог. Назад он сейчас вернись. Еще, да, да. Бульдог спереди. Что за гантон? За трупик. Все, встань. Ничего. Слева. Хрен пойму, как они... Ну, блядь. Ну так, провтыкали момент, когда уже видели, что тут толпой пошли, а команды туда на помощь пойти не было. И те пацаны тоже не сообразили, что как-то назад надо отходить. Тоже, ну, видно ж было, что сванговать не смогло. Одного засветили. Да мы там от башенки нормально играли, а нас просто закружили уже.
нам зашли. Правильно, потому что мы не смогли вас вовремя поддержать. Команды не было. А потому что нефиг разрывать. Нужно можно было разорвать. Если бы вам дали вверху команду назад отходить, вы бы спокойно жопу... Можно было разорвать, мы уже разорвали. Что получили? Ну, можно услышать, а можно не услышать. Все, Алекс, поставь готов. Ура! Первый захват, да? Все, ребят, громче. Так, мы поставили, поехали сюда, Раш. Толпой едем. Раш на первую базу. Да. Ну давай. Вокруг или по прямой? Вокруг. Наш показал. Вот сюда на первую базу. Кромвель куда? Кромвель. Короче, Кромвель где-то в заднице. Бой. Особо Кромвель не лезь, живи про. Под... Заезжаем вот сюда в камушки. Все меня услышали? Напишите так точно. Да, слышим. В камушке никто не обходит сейчас вправо. В камушке. Даю поправочку, нас разберут от башни. Если мы сейчас заедем и не будем стоять, никто нас не разберет от башни. Окей. Ну, можно ж повангавать. Мне нельзя. Хорошо. А то потом скажешь, что мне черный глаз. Заезжай за. За тобой едем. Я наотмашь ёбнул. Один кто-то туда заедет, я Не накажите негодяя. Один они. Смотрим, Туся вылез. О, Кромвель здесь. Я наотмашь ёбнул, попал и пробил, ёпта. Отлично. Ребят, заберите его. Сука. Согласен, я проебал. Так, он этот. Хо, справа он. Хо. В поле. И да, все. Вижу, они все там. Все. На базу третьего, на базу нам. Остальные в оборону. И все, что тут. Ну, давайте я подсвечу. Я фугас зарядил. А? Не выезжайте. Блять, откуда вы ебнули? Отсюда. Отсюда. Они все там. Пробитие. Я тут долго не выживу. Да и пацаны туда. Те, кто там в укрытии, ебашьте как-то. Наша задача защищать. Значит, не берем захват. Берем, езжаем на них, берем разбер. Нет. Толку надо стоять, делать ошибок. Мы не сможем сейчас. Мы не сможем сейчас сгруппированно выехать и дать пизды. Мы сейчас по одному выкатимся и получим. Мы или берем, или просто, блядь, защищайте сзади, все нормально пока. Пусть волнуется. Блять, меня этот охуй ебет. Он вылез. Ух.
Поактивней там, ребята, поактивней. Они сами уже лезут, выставляются. Их уже жучат, что мы почти добрались, все нормально. От трупов, от... Испили захват. Сука, опять этот из меня ебнул. Да бейте по одной цели, блин, ей. Да берите, он вылез к вам. Не смог, не отвлекай. Так тут ебусь. Те задние очень прицельно должны работать, кто в укрытии стоит, они ебут. Оно, Марич, забирай это, оно. Я говорю, очень задний. Прицельно, злющий. И чё ты ныкаешься? Вот чё ты ныкаешься, тратишь свой? На тебя никто не смотрит. Встал и целишься спокойно. Когда увидел, что прицелишься, тогда отошел назад. Вот ты еще второй раз проебался. Блядь, не пробиваю и... Целься, блядь, лучше, ёпта. Жди, пока подставится. Убирай цели, отдаляй прицел. Вот. Марич, ты фугасами бьешь, что ли? Да я ухо хотел фугасом. Где третий, если третьего не вижу? Третий, ты там помогаешь? Выходит. Да. Отлично. Забирай. Так, Кромвель. Помогай как можешь, но не светись, там сзади пострелю. Если шо, въебешь, парни, тяните время до 40 секунд хотя бы, чтобы они не успели захватом хотя бы взять. Не спеши. Блядь, а что такое? А, они, мы же захватываем, ебать. Пизды им надо давать тогда. Пизды им, Лёня. Нам нифига не дали. Там охо вот этот шотный уже долго катается. Да не, ошибку брали. Не надо было. Тише, тише, все нормально. Реально, терпим. Надо... Кромвель должен пробивать. Охо, Кромвель, а ты можешь охо, ты можешь охо этого разобрать? Он просто заебывает, он выебывает пацанов, всех уже положил. Вот этого охо он. Да не прячься, ты злющий, у нас осталось хватит. 1.5 минуты, чтобы убить всех, надо что-то делать. Сейчас убью всех, смотри. Давай, становись за мой труп, вон он жопкой мой стоит, и палаточка рядом. У тебя большой широкий обзор укрытия, и от него играй, только это... Ай, сука. Да, блядь, не получай. Блядь, лагаю. Долгает, все за два трупа, куда ты полез на них? Или они въебывают? Они въебывают, суки. Забрешь, не, не въебали, аккуратнее, не въебали они тут все. Зачем ты к ним лезешь? Разбирай по одному. Время еще есть. Да зачем шоты забери? Да нормально он все забрал, просто он сильно выехал. Вперед, блядь, в укрытие. Охо тебя выцеливает. Чуть-чуть а не хватило. А что этот самый, что с Охо, какие проблемы? Охо, проблемы, блядь, с Охо, что он, сука, все разобрал, и большотный, понимаешь, Леня? И это надо видеть, и это на... было, в принципе-то, на тебе. Если ты его не мог пробивать, надо хотя бы было говорить. Он не может его. Посмотри, Охо, сколько она дамажила. Ну сколько пацанов, ну сколько пацанов. Посмотри, сколько меня не пробить. Где у него уничтожено? Он три машины забрал сам. Ебать, три машины. Один танк, шотный, забрал три машины. Ну это хоть не совсем раки были, хоть не так обидно. Алекс, ставь готов. Да нет. Давайте по одной цели и... Что-то это... Ну там было нереально по одной цели. Все слишком были по разной доской стороны карты. Еще раз говорю, вот эти дальние, тогда надо дальних ставить. Вот кто не может пробивать, давайте вы будете захватывать, а остальные ребята, кто может пробивать и попадать, стоят в защите и делают свою работу. Тогда всем будет легче. У нас за 10 боев, 10. Задача захватывающих базу была... Сейчас победа будет. Была рикошетить, как бы, ну, играть от обороны. Впереди был чей-то труп, за него можно было спрятаться. Я за палаткой спрятался, меня долго не могли пробить. Сейчас даже скажу, сколько заблокировано. На пути я просто ухо не стрелял.
Да, согласен, я ничего против не имею. Охо, очень много забрал. И, в принципе, Кромвель, ты его мог бы пробить? А я его и так... Не мог он его пробить. Он его в бочину не пробивает. Но он только что... Вот, погоди. Давай он за себя ответит. Пока я его видел. Так... А когда он заныкался снизу башни его только... Ну, у нас проблема, да, видишь, с ним возникла. Вот у меня урон заблокированной броней 1950. Это выше моего запаса прочности. Значит, я отыграл более-менее хорошо. Они выбирают технику, у них захват. Предлагаю встать где-нибудь в одном месте, а потом уже поехать в ту или иную сторону, кроме светляков. Ну, давай, капитан тебя услышала и примет решение. Согласен полностью. Светлячок. Только не на горку. Встань вот здесь. Громче. За этими двумя камешками. Кто стоит? Кромвель. Кромвель, все услышали. Кромвель. Дальше, дальше. 7 секунд. Все остальные сюда. Вот и все. Бой. А тебе рассказываю, зачем в ладерах 50-100. Например, 50-100 можно было бы послать вот сюда. У него хорошая позиция. Он видит вот это, и он видит вот это. У него, извиняюсь, я рассказываю. Прости. Извиняюсь. Да не-не-не, это я подрезал. Вот. У него барабан. Его не видят. У него вкачано на маскировку. Вот он бульдога мог бы поснимать. Да я просто рассказываю, для чего 50-100. Стойте, не катайтесь. Не светимся, да? А вот мы теперь тут все собрались, вот эту вот хуйню сверху некому убрать. Лёня, живи. Так, на первую базу, что ли, пошли? Куда они разделились? Так, два ИСА развернулись на корпус, остальные туда развернулись, на авто. Забираем этого. Блять, по мне ИС слева бьет, отвлеките. Вот ИС этого забираем вдвоем. 110-ка, давай поедем. Отлично, подпалил, красавчик. Так, кто за мной, Марыч, стоит? Выезжаем, давай. Выезжаем. Или как я, там встань. Остальные все. 110 едет. И кто-то... Одного нет. Посылай на сбивание вот сюда через верх, потому что можем не вытащить. Давай, кроме, стреляй. Кроме Марыч, наверх. Стреляй, потом я. Ты неправильно вот стоишь. Тебе надо стоять так, как я стою, чтобы нам удобно было. Твою мать, блядь. Блядь, я не светляк вижу. Светляк у них на стоит. Светляк. Бульдога. Извиняюсь. Бульдога, стой. Так, мы их не видим на сближение. И сверху я просил, чтобы кто-то сверху заехал. Кромвель. Весь чувак, там сбил. Будет, мы сейчас. Держись, мы, братан, все, в наглую едем сбивать. Сейчас я попробую. Ис, забери бульдога, видишь? У того второго ИСа или МХ надо ебнуть. А, о, отлично. Да, вижу сейчас. Сейчас. Проповедник, проходи вперед. Уходи за здание. Или за труп там, не знаю. Клинч. Сейчас вам помогу. Шота. Меняемся, давай. Или так разберем. Что, Туся, там Кромвель, там этот... Да, блин, не видно его, чувак. Вот, пожалуйста, ребята. Все-таки уроки не прошли даром эти. Ошибки наши. Главное, вовремя, правильно направить технику. Я прав. Но единственное, мне не понравилось вверху. Может, вам так надо было, но нам пришлось ехать в наглую. Потому что никто по моей просьбе наверх не заехал. А я просил. Не могли заехать. Не могли, говорите. Не молчите. Все действия обсуждаются. Нам же действовать как-то надо. От того, что я попросил и никто промолчал, уже непонятки. Мы так бы стояли, дрочили там, ждали, пока не балуют. Я сказал, я не поеду, там бульдог. Что я поеду? А к Лёне вообще просьба погромче говорить, потому что тебя тиховато слышно. Мы перешли опять этот.
Мы в следующее видео перешли, ребят. Перешли, но не обнадеживайтесь. Да. Помним все наши ошибки, ёпта. Я только не понимаю, почему не дают на какие награды. Это, наверное, в следующем. Вдвоем, да? Давай думать когда о тактике. Дают. Давай думать о тактике. Слушай, вот мне. Вот мне дали. Мне дали мне дали тактическое мастерство и дали тактическое преимущество. Тактическое преимущество и да, мастерство, да, дали. А это кому не дали, значит, тот не заслужил. Не, мне тоже дали, но мне нет. Ребят, это еще выше. Вам нужно дойти хотя бы до Б. Вот тогда только. Не, ну мы сейчас перешли в Б-дивизию. Это, наверное, второй уже как. Ладно, давайте ставьте все готов. Капец, купил пачку вечером, и осталось две сигареты, на смотрю. А, это нормально, слушай. Да ну да, это волнительно играть в КБ. Так, у нас такая же тема. Че делаем? То же самое или как? Захват. У нас захват. Это не та тема, это уже другая тема. Приедемся. Что делаем, прячемся? Нет, мы захват делаем, прячемся. Так, у них борщ будет на стоять, сразу говорю, вот здесь. Это процентов на 100, либо вот здесь. Но скорее всего, где я первый раз показал, потому что ему надо прикрывать, он прикрывает большую площадь. Значит, первую базу всем. Он переедет и станет вот здесь, это надо учитывать. Да и хуй ты на него. Посмотрю. Хорошо, главное, чтобы вот у нас сюда. Кронвель не ехал на горку. Это самое главное. Кромвель, езжай сюда. Значит, Кромвель едет. Блин, у меня аллергия. В принципе, он сюда приедет. Или в домике он должен. Или мы. Давай так, у нас 6 машин. Давайте трех тяжей пошлем вот сюда. Ну, где-то вот сюда так в обороне, чтобы стоять, простреливать вот этот угол. А Троиса будут пытаться с краю захватывать базу. Потому что всем на базу ехать нет смысла. Всем ехать вот в тот угол тоже нет смысла. Мы должны им навязать бой, значит, они должны ехать на нас. Надо занять все такие позиции, чтобы было простреливаемо вот это окно и вот это окно. А дальше посмотрим. И теперь делимся, кто по верху поедет, на мазу или как. Дели. Я еще раз громче. Говори, верхние три едут туда-то, остальные туда-то. Верхние три едут на... Отлично, он нифига себе. Растем. К Лене еду, да, верхние три? Где-то в ту сторону. Или я прослушал? Верхние три. Не, верхние три на захват. Так, дайте я проеду направо. Дайте, кто там сзади меня. Во. Так, где тут захват? А, вот он. Командир, может, горку займет? Так, команда была втроем к базе подъехать, начинать базу брать. Какая горка? Давайте. Все, вот они. Даже навязывать бой не надо, базу не берем. Отсюда пока играем. Они сами приехали. Ну сразу говорю, отсюда играть не тяжело, у них преимущество, они в ямке. ПТХ там. ПТХ там, вообще отлично. Меняем тактику тогда. Или так и играем, стоим. Либо светляк пошел и начал брать вот эту базу, да. И можно одного ИСа. И одного ИСа туда отпустим, давайте. Я поехал. Вон першин. Я поехал на першин. Перш. Все, парни, я вас бросил, у вас там пятеро. Так, мне тебе помочь с першин? Нет, старайся въебнуть от него пока. Я его отвлеку, начнешь помогать. Я въебнул его. Отлично, он на тебя развернулся. Чего он не светится? Сука, не попал. Сука, прострелил. А теперь помогай. Желательно с пробитием. Смотри, он сейчас утекай. Сука, извини, Ленчик, я запизделся, не пробил его. И теперь поактивнее, он сейчас будет пытаться. У него получилось. Он еще БК мне высадил. Ой, есть, Ленчик поактивней. Борща вижу. Тут тройка сверху, я. Ну тогда текай. Набирайте,
Уходи, уходи. Борщ. Ребята, работайте активнее. Мы там все кто-то сбил базу, да, Першинс? Сука. Парни, он сейчас кого-то еще ёбнет. Перша расшанится. Расшануть, если не нападет, да? Я боюсь першей, пиздец. Давайте не забыли. Сука. Лёня, советчик ты, ёпта, блядь. Чтоб я тебя больше не слушал, ты, блядь. А чё ты стоял? Потому что, блядь, я потратил уже гусли. Лёня, занимайся своим делом, ёпта, блядь. Я уже... Перша запятая, Марич. Сука, это ж ты, Лёня, меня подставил. Я же сказал, и стыд там. Марич. Ай-яй-яй-яй. Не стоит тупо чётко Дира слушать. Ну да, да. Лучше не давать неполезные советы. Ай! Била, перша, перша. Ты просто должен сразу выехать на него. Я еще раз объясняю. Вот реально, с першим у меня проблема. Да чё проблема? Я имел в виду, чтобы ты выехал в борт к нему. Не, ну я как бы просто предложил, я ж не сказал, что. Да дядь, я проебал. Я в него не пробил, по-моему, раза три, потому что я пиздел этот момент. Надо было молчать. Ну это мой проеб. Мы перешли в дивиз. Еще раз говорю, не расслабляем булки. Сейчас перейдем назад. Все расслабимся. Я он ему БК вынес вообще. А чё промолчал? Я не услышал. И он его починил, так между я прочим. Не знал, я... А, ты не знал. Я только сейчас увидел. Я думал, ты знал, он промолчал. Ты просто, значит, попоедик с собой взять, да? Сразу выигрыши пошли? Я пошел курну, говорю. Да, вроде... Да не, мы в бой зашли потом. Кто курит там пошел? Ты вы чё? Нельзя отменить бой, он сейчас уйдет. Но уже нет. Нет. Ну все, ну потерпи один бой и напомни после боя, что не забыли. Да ехать поставить хорошо. Так, ну смотрите, да, дивизион новички, поэтому от них можно ждать всего чего угодно. Обычно с ними тяжелее всего почему-то. Ребят, я бы предложил на самом деле левый захватывать. Еще раз, повторим. Я бы предложил левую захватывать. Давай, пусть капитан решает. Можем повторить, свои ошибки мы там знаем. Давайте я тогда на защиту встану. Сюда или куда там надо остановиться. Не, давайте по первую базу, только не будем делать. Громче. Чё-то я ничего не понял. Мим пройти. Вот опять она. Просто мы не едем на захват, а мы едем и разбираем их. А не уверена, что они как мы на рейспе, допустим, останутся? Или останут троих, и остальные туда потом подтянутся? Как мы будем открываться? Сейчас мы реально едем все за камушки, проезжаем на А-линии, А1, проезжаем через... Давайте Тусю выпускаем вперед, переходим на первую передачу, пусть проезжает и показывает. То есть проезжаем сюда и отсюда. Оттуда тоже неудобно играть, ну давай. В принципе, сейчас посмотрим по ситуации. Тусю пропустите. Даму вперед, ёпта. Что ж ты такой? Ну, есть круиз-контроль вообще в игре, можно им как-то выбирать. Чтоб не жмакать все время вперед. О, пропустили. Ну, не страшно. Нас засветили. То есть задача не взять захват, а задача разобрать. Да, я понял. У нас на это 5 минут, давайте думать дальше. И вот он нас засветил, но мы за света пропали, теперь засветились. Отлично, вообще все попали, красавцы. И мы видим, что они ко второй базе поехали, но кто-то в защите есть, да, Туся?
Говори, Туся, громче. Кто в тебя попал? Мы не защищаем, мы берем базу. Я понимаю, но ты говори. Вот я видел, что в тебя попали. Ты ж могла увидеть, кто это сделал. Это сделали. Лисы, да. Ну, так не молчим, говори. Мы сейчас. Значит, все... Сейчас едем на край. На край. Съедем на край и будем... По возможности бить. Мы здесь будем. Надеюсь, я отсюда достану. А меня нет. Так, давайте теперь делиться. Вот смотрите, кто тут со мной. Туся, кого тебе удобнее доставать? Смотришь только по ней. Неудобно вот это. Так, а я вижу, что 110-ка и охо, он сдалека теперь пытается мой лошадь. Я буду лошадь. Я хорошо. Я не знаю, кого убить. Наверное, вот эти. Они там от башенки. Когда охо вылезут, свищите. Что встали? Ис, встань на захват. Ис, который там дальний. Да, дальний, можешь встать один. Какой ИС? Я что ли? И светляк, ты что там, катаешься? На ИС, на и вот этот ИС что отделился? Это такая задача стоит. Была, отойти назад, что это за фигня? Туся, ты следишь за игрой? Куда отвалился? Нет, мы сейчас этого ухо заберем. Я вот здесь, вот этих ИС. Ну все, не спеши. Я поеду его забирать, ты че? Есть. Ты видишь их? Три минуты осталось. Или на захват становиться. И... Тебе на захват, да, Ленчик. Ты правильно думаешь. Только выполнить. Так не было команды. Вот. Я тебе даю команду. Едь на захват. И ты сам можешь это понять. И говори. Может, я поеду на захват, так будет хорошо всем. Потому что командир очень занят и сосредоточен. И не может сейчас разговаривать. А я их отвлекаю на себя. То есть я пока отвлекаю на себя. Так, я... это... Блин, я не попадаю. Или ехать на... Нет. Тут не надо глупостей делать. Уже не делали. Мы заберем захватом. Только надо, чтобы 110-ку добрали. Кто там сзади из ИСов остался? Опа. Вот куда ты ИС поехал? Вот смотри, ты что, оттуда... Блять, я вот... Пиздец, пока объясняешь, сливаешься. Вот ты отсюда их... Ты отсюда их, скажи, достаешь? Кто туда поехал? Я не вижу. Почему ты откуда-то отсюда так, не короче, начал брать? Злой дух, ты короче стоишь и не двигаешь. Потому что я ухо бью как раз таки, заебись. Заебись ему, да? Ну вот давай. Кто-нибудь из вас пробил? Я, например, я... занимаюсь тем, что отвлекаю огонь на себя. Потому что я шотный, они сейчас очень хотят меня убить. Блять, не разберу сейчас. Укрытие, палатка так есть. На захвате стоять вообще не говоря. Я сейчас... Иди бери захват, вот этот вот, бери захват, и раз ты уже там. Может успеешь. Только по-быстрому. У тебя 1.5 минуты на это. Осталось 20 секунд, чтобы начать забирать. И тогда мы толпой, их тут фуловые есть у нас. Он, кстати, 110-ка откуда выехал. Кто там дальний, смотри, Фафик, ты слева, он 110-ка. Блять. Я не ребят, знаю, пора выезжать на эти. Я шотный, я никуда не поеду. И подожди. Ну, они целые почти. У нас захват идет. Все, отлично, добрал Фафик, теперь работаем по вот этим. Там, кстати, один от них отклеился и поехал на тебя. Надеюсь, ты фуловый, разберешься с ним. Блять, вот кто у нас самый фуловый? Никто, ебать. Вообще, я. А не, а я не могу ничего сделать. Если я сейчас вылезу, я отгребу. Всё, а вот трое там, все отлично. Они, там... они завтыкали. Отвлекаем подожди, по. Этот, а... Отвлекайте просто. Ага, получил. Я проехала. Шкура. Молодец. Давайте там шоты. Мы тоже шоты, но нам надо как-то, блять, что-то делать. На 45 секунд. Были фуловые и спускайся. Да фуловых нету. Давай, Фафик, тоже спускайся, не тормози. Мы все шотные, что поделаешь. Такая наша судьба. Один поехал. Они на меня смотрят. Значит, без со стороны кто-то поехал. Ребят, 23. И чё вы поехали в одну кучу? Вот смотрите, я еду правильно, потому что я еду в лапку. Все, выехали. Не успеем 15 секунд. Мы не успеем его забрать. Теперь понаглее проедник. Надо дать пизды. Никакого захвата уже нахуй не нужен. 8 секунд, ебать, не успеваем.
А там еще один, я даже не видела его. Да бля! Сука, какие-то секунды. По-дурному так. Бля! Проповедник, ну я за всем не могу следить. Тут я вообще потерялась там, занята была. А тебе надо было сообразить, что... Да слушай, я как раз к этому ухо валил от вас. Не-не-не, я тебе про конец боя расскажу, почему мы их не добили. Ты мог бы не брать базу уже, если знал, что на тебя едет Иса. Наверное, надо было ехать на него, у него было жизни меньше. Начинать его разбирать, даже если ты его не разобрал, мы бы уже там как-то подъехали. Ну слушай, кто знал-то? Время надо смотреть. Я знал, я говорил, что Истрик тебе поехал. Смотрел, а я не смотрел на время сейчас. Слушаем игроков, что они говорят. Я просто отвлекся, я же не мог тебя поправить. Честно, я клянусь, я не видел. Да что не видно? Их не список, между прочим, с правой стороны. Попутал. Я же говорю, чтоб играть. Либо готов, либо сейчас пойду посмотрим. Блять. А он курить пошел, ребята. Он просил покурить. Я пошел. А я кофе пошел сделаю. И перезапись.